Метрополитен Алматы – это не просто транспортная система, это сердце города, обеспечивающее его ритм и движение. Здесь каждый день трудятся люди, чья работа скрыта от глаз, но незаменима для бесперебойного функционирования города. О людях труда, чьи профессии требуют мастерства, дисциплины и ответственности в репортаже Айман Каймулдины. ДСПЦ с 11 путей, 12 состав, машинист Дильдебаев на линию готов. Пульт управления, как дирижерская палочка для оркестра. В движениях машиниста метро Азамата Дильдебаева чувствуется опыт и интуиция. Ведь каждый день от него зависит жизнь и безопасность тысяч пассажиров. Президент в своем послании говорил о том, чтобы повысить статус работников труда. Глава государства уделяет таким работникам, как мы, большое внимание. Я работаю здесь машинистом 5 лет, пришел сюда после института. Наша профессия входит в категорию особо опасных, потому что мы работаем под землей. Думаю, что наш статус вырастет. Работа здесь кипит круглые сутки, ведь метро – это целая подземная транспортная система, свой подземный организм, техническое обслуживание и подготовку вагонов проводят в депо. Это не просто депо, это электродепо. Отсюда отправляют на линию составы и делают это в 5 утра, после того, как подадут напряжение на парковые пути. А напряжение – 825 вольт. Одним словом, здесь небезопасно. А еще машинист должен мгновенно реагировать на любые технические неисправности или непредвиденные ситуации на путях. Снимаем мы сейчас буквально в экстремальных условиях, потому что в кабине управления машиниста очень тесно. Видим мы здесь экраны, кнопки, которые горят. Вот, Алексей Михайлович, расскажите, что на этом экране может видеть машинист? На данный момент у нас открытие дверей всех вагонов. Ну, вот это красную мы замечаем, это как одна из сбоев идет двери. За бесперебойную работу подземного транспорта отвечают и слесари, и электромеханики, и инженеры. Всего здесь трудится порядка 350 человек. Нургалиб Данов работает в депо уже 14 лет. Неисправность поезда может, как говорится, закрытыми глазами определить. Наша работа очень тяжелая и ответственная. Мы отвечаем за замену и настройку различных узлов и механизмов, чтобы поезда всегда были в рабочем состоянии. Мы часть большой команды, которая работает на благо людей. В метрополитене ценится каждая профессия, ведь здесь нет второстепенных задач. Каждый специалист, будь то машинист, инженер или слесарь, вносит свой вклад в общее дело. Айман Каймулдина, Ерик Керимкулов, Жибек Жола, Алматы.